Друзья, всем привет! Я нашла порошок гипоаллергенный на Валберес, очень выгодный. Смотрите, 12 килограмм 1298 рублей. То есть получается, детские порошки вообще очень дорогие. Здесь он идет без фосфатов и большое количество его. Хочу его протестировать, посмотреть, как он стирает. Ну же, Женька аллергик, поэтому я всегда ему покупаю гипоаллергенный порошок, чтобы был без фосфатов. Но они такие дорогие, что приходится выискивать. И вот в этот раз вот такой порошок нашли. Бренд Free. Вот такая фирма. Детский стиральный порошок. Там, может быть, и есть, конечно, по 100 рублей какие-то порошки за килограмм. Но они будут не гипоаллергенные и не детские. Вот. А здесь... С первых дней жизни, видите, гипоаллергенная машинная ручная стирка без фосфатов. Вот такие у них звезды стоят. 5 звезд гипоаллергенность, безопасно для детей, пенообразование маленькое, нейтральный запах, отстирываемость 4 звезды, пятновыводимость 3 звезды, цена 5 звезд. Да, цена, конечно, вот здесь сказка. И вот здесь вот идет составы, ПАБы. Поликарбонаты, мыло, оптический отбеливатель, гипоаллергенность, отдушка на основе натуральных масел. Не содержит опасных, агрессивных компонентов. В общем, будем смотреть, пробовать, стирать. Давайте откроем с вами порошок. Запах почувствуем, понюхаем и проверим его на фосфаты. Правда ли заявлено, что здесь нет фосфатов? Ой, как вкусно пахнет. Чуть-чуть нежный. Вы знаете, как вот нежные духи, что ли, и что-то такое прямо. Ой, как приятно пахнет. Сейчас мы сделаем с вами еще эксперимент по проверке на фосфаты. Наливаем воды чистой, холодной. Берем с вами ложку. Ну, прям при вас вот беру первый раз. И добавляем ее в воду, размешиваем. Вода холодная, сейчас размешается. Надо, чтобы все растворилось. Если она растворится и будет прозрачная, значит, там фосфатов нету. Друзья, смотрите, вода становится прозрачной. Налета наверху нет, ну, пенка немножко и все. Сейчас вот она полностью, когда поднимется, вот это вот порошок растворится в воде. И мы с вами увидим, если будет наверху налет, значит, фосфаты есть. Если не будет, значит, фосфатов нет. Но мне кажется, что их не будет. Уже половина, видите, как прозрачная. Прямо на глазах. Поднимается, поднимается, да? Делается прозрачная вода. Вот такой порошок. Интересный. Потому что говорят, если есть фосфаты, то на поверхности воды они будут плавать. Если фосфатов нету, то вода просто либо будет, ну, прозрачная, либо немножко как бы, ну, с белым этим самым оттенком. Когда все пузырьки лопнут, то она, по идее, должна просто быть прозрачной. И ничего не должно быть. Никакого налета. Ну, пенка пока. Ну, порошок естественный, он будет с пеной, поэтому тут никак без пены. Друзья, смотрите. Чуть-чуть пенки, чуть-чуть совсем. И вот такая стала вода. Ну, как вам показать? Вот. Видите, прозрачная и чуть-чуть вот пенки. Ну, то есть, понятное дело, что пена должна быть все равно. Это же все-таки порошок. Но это я холодной водой разводила, поэтому... Возможно, не столько много пены. Она будет стираться. Все равно чуть-чуть будет пена. Но запах. Нежный-нежный запах, друзья. Такой вот порошок. Буду пользоваться. Если мне понравится, конечно же, я буду еще заказывать. С удовольствием. Белых полно, но они, естественно, все застираны. Потому что порошки их не отстирывают. Вот сейчас посмотрим, как этот порошок их постирает. Вот такие, видите, носки. Вот этот стаканчик.
не полный, это из-под йогурта, он 220 грамм. Порошок я всегда высыпаю в машинку, потому что, ну, мне не нравится, когда вот этой... Здесь бывает часто загрязнение. Я всегда порошок кладу в машинку. А уже ополаскиватель я наливаю сюда. Так, ну вот, носки наши постирались. Они, конечно, не новые, не первой свежести. Но, тем не менее, там тоже же они были постираны, и они стали гораздо чище, я вам скажу. Вот я их потом разложу по надписям. Вот такая. Ну, порошок, в принципе, этот рассчитан не для отбеливания. Это порошок гипоаллергенный, поэтому будем надеяться на то, что от него не будет аллергии. Вот, друзья. Попробовала, показала вам. Будем смотреть, как наш порошок стирает дальше. Вот такие вот дела.